Доброго времени суток! Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации уже несколько месяцев грузит мобильных операторов по поводу отмены внутрисетевого роуминга. А мобильные операторы, в свою очередь, срывают сроки за сроком, не выполняя требования ФАС. На некоторые уступки пошел МТС, но можно ли считать это отменой роуминга? Давайте разберемся. С 28 февраля и 14 марта 2018 года изменяются некоторые условия на тарифных планах МТС за пределами домашнего региона в сети МТС. Расходы сократятся от 2 до 10 раз. Изменения коснутся далеко не всех тарифных планов. Новые расценки будут доступны для Smart, Smart 05 2013, Smart 10 2014, Smart Безлимитище 03 2017, Мой Безлимитище, а также тарифов линейки Супер МТС и Мой Друг. В данном видео мы рассмотрим основные изменения, а прочитать информацию более подробно вы можете, остановив видео в любой момент. На тарифах Smart, Smart Безлимитище и Мой Безлимитище минуты из пакетов будут расходоваться при исходящих звонках на все номера региона пребывания и на номера МТС всей России. При этом в поездках по России в сети МТС вы сможете пользоваться интернетом, минутами и СМС из включенных пакетов без дополнительных платежей. Получается, что отменяются те самые пресловутые 15 рублей в сутки за условия а-ля домашний регион. Что же интересного нас ожидает, кроме понижения расценок? Все входящие вызовы из региона пребывания будут бесплатными. Остальные входящие вызовы – 5,5 рублей за минуту. Сюда же относятся и вызовы из домашнего региона. То есть звонки от родных, близких и друзей из вашего домашнего региона обойдутся вам 5,5 рублей за минуту, и это входящий вызов. Так что отменой роуминга, разумеется, здесь и не пахнет, просто снижение тарификации. Опции «Вся Россия Smart» и «Везде как дома Smart» перестанут работать на этих тарифах. Если у вас тариф линейки Супер МТС или Мой Друг, то вас также ожидает снижение стоимости некоторых услуг. При этом, опять же, входящие вызовы из домашнего региона останутся платными, хоть и подешевеют. Интернет-опции Бит и Мини-Бит будут действовать в поездках по России без всяких дополнительных подключений и доплат. Ну а теперь все самое интересное – дополнительная оптимизация расходов в поездках. МТС предлагает две новые опции, описание которых на момент записи данного видео на официальном сайте МТС еще нет. Первая опция – «Везде как дома Россия». Она позволит в поездках по стране бесплатно принимать любые входящие вызовы и звонить на номера всех операторов страны за 3 рубля минута. Для тарифов линейки Smart, Smart Безлимитище, Мой Безлимитище предлагается опция «Домашний пакет Россия», с которой все входящие будут бесплатными, а исходящие звонки и смс на номера других операторов домашнего региона будут расходоваться из включенных пакетов. О стоимости данных услуг на текущий момент ничего не известно. Как только они появятся на официальном сайте МТС, в конце видео будут добавлены ссылки на видеообзоры этих новых опций. Получается, что МТС снизил расценки на свои услуги в поездках по России, но отменой роуминга это назвать нельзя. Чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, то есть как дома, необходимо все равно подключать дополнительные опции, например, «Везде как дома Россия» или «Домашний пакет Россия», которые вряд ли будут бесплатными. Если вы хотите больше знать о мобильных операторах, их услугах, тарифах и различных изменениях, подписывайтесь на канал.